Че, упал хоть кто-нибудь сюда, нет? Стор пустой. Да не. Че это же бред. Как присоска сработала сейчас. Если бы я увидел, я бы сказал консольщик. Короче, в этот раз я сразу пойду, куплю комплект. Бредово то, что у меня всего один килл со стора. Это прям вообще жесть. Так, тачка, припаркуйся пока. Let's go. Чел на высотке сидит, походу. Да, походу, не походу, а походу точно. Че сказал? Капец. Прям надо мной. Че, копы ПЛА покупать и охотиться? Ох, охренеть, тут типов. Так, чел еще там где-то. Еще один здесь. Еще один где-то там. Еще один у меня здесь. Он летит? А, нет, бежит. Лол. Один здесь, второй здесь. А, еще двое. Все, понял. Один, да, идем в го на него. Охренеть, осветил просто. Зажал ему просто проход. Капец. Че, блин, тоже. Лук это бредовый. Это еще на крыше что-то бегает. Офигеть. Я думал, я все. Я думал, я рип. Прикольный чел. А, у него тоже М4 была. Но он, скорее всего, с МП5 так зажал по мне. Все, охота началась. О, один здесь, го на него. Люблю там вообще убивать людей. Потом можно, кстати, контракт взять. Вон он. Найс, я его просто не видел. Вот я вам о чем говорил просто. Что вообще не видно просто. Ну, с усилками нормально работает, в принципе. Надо убивать, потому что деньги кончились у меня. Сверху? Он, скорее всего, сейчас... У меня пластины не юзаются. Помните этот баг? Пластины, короче, не юзаются у меня. Бред уже вообще. У меня реально пластины не юзаются опять. Опять забагалась. Да сволочь такая. И на F не жмется вообще. Как будто F сломалась. Сечете? Да бред. Ну бред, реально, ну за что? Подняться могу. Должно сейчас по факту работать. Да не работа. А, вот работает. Все, заработало. Отлично. Все, огонь. Это он по мне стрелял, что ли? Так-то капец, реально, такой баг словить, это вообще нехорошо очень. Чел где-то здесь? Вон он. Да ладно тебе. Да фак! Ну чё ты запрыгиваешь-то, зачем? Я не видел типа просто. А-а-а! Я сейчас приземлюсь туда же, и он там. 100%, 200%. Чё, падаем? А где моё-то всё? Он же моего вообще ничего не забрал. Или это другой уже какой-то? Что это вообще? Что это за пушки? Где моё оружие? Чел, моего оружия вообще нет. Ладно, го по коням, чё. А, ну я тут типа давил. О, отлично. Что-то интересное. Кто-то тачку бросил. Отмена контракта, бро. Так, ну у меня есть деньги. Это не главное. А, я хочу со своим комплектом доиграть, так что... Сори уж. Так, два. Окей, let's go. Тут какой-то чел. Блин, вот солфреса нет, конечно, это плохо.
Ну пошел ты нафиг. В любом случае. Не, крутой комплект, безусловно. Прям вообще тащусь. Ну просто пушка. Так, и надо киллы фармить срочно. Для меня, лично для меня, еще 5 киллов, в принципе, норм будет. Я ж не киберспортсмен какой-то. Правильно? Это должен быть хедшот, бро. Ну или хотя бы так. Вот в чем вопрос. Чел, да, сидит? Да, чел. Угу. Где-то тут хед. Ну вы поняли, да, как я просчитал? Начну сейчас БПЛА брать. И как убьет кто-нибудь хорош. Это ж чел, алло. Да что за бред опять? А, они, короче, я понял, где все. Вон чел еще один. Зашел только что. Чел с Ренетти гоняет. Блин, это реально топовый комплект. Для... абсолютно для всех. Так а чё? Киви, привет, нет. Так, ну чё, перепрыгиваем тогда наверх, получается, сюда. А, ну им на меня бежать. Ебой! Лайки ставим, подписываемся на канал, жмём на колокольчик. Ну там можно было 30-ку делать вот в первом. Ну это, блин, комплект реально огонь. Реально перестреливает Ренетти спокойно. М4. Прям вообще нормально. Поэтому ставьте обязательно лукасики, кто будет смотреть ролик. Ну нормально, ничего. 27, но тем не менее. Ну вот комплект. Стандартная X. М4. Блин, вообще огонь. Вот просто тащусь от этой М4. Реально, выносит на любые дистанции. Зажимать очень просто. Ну, прям реально огонь. Не знаю, больше ничего не надо, просто топ. А лазер выбрал этот, чтобы именно пушить дома. Потому что не всегда приходится, ну, есть возможность прицелиться. Стреляешь просто от бедра и нормально, в принципе, залетает. Вот, поэтому пользуйтесь. Прикольный комплект.